В Сучинском парке, который был заложен в честь 80-летия Краснодарского края, собрались более 2000 юных сочинцев и их родителей. Фестиваль «Кубань спортивная» проводится второй год подряд. На этот раз в нем участвуют школьники из всех районов Сочи. В программе и состязания, и конкурсы. Семейные команды отжимались, прыгали на скакалке, играли в футбол, вспоминали олимпийские виды спорта, а еще проходили спортивные квесты. Задача участников – набрать максимальное количество баллов на тех или иных этапах. И на самом деле участники все радостные, все довольны. Это не какие-то нестандартные этапы, это какие-то элементы такой нетрадиционной двигательной активности, это какие-то элементы ГТО, спортивная викторина. Вот. И по завершению праздника мы подводим итоги и награждаем сильнейших. Девиз спортивного фестиваля «В здоровой семье здоровые дети». Задача – привлечь к здоровому образу жизни еще больше горожан и помочь семьям стать настоящими командами не только на турнире, но и в жизни.